В программе реализации 5 институциональных реформ 100 конкретных шагов 15-й шаг предусматривает комплексную аттестацию действующих государственных служащих в 2017 году. Проведение аттестации необходимо в целях определения потенциала действующих государственных служащих. С января 2017 года, как и по всей стране, в Жамбылской области стартует комплексная аттестация госслужащих, которая будет проходить поэтапно, раздельно по категориям госслужащих и завершится 1 июля текущего года. Об этом было сказано на брифинге службы региональных коммуникаций в Таразе. В Жамбылской области во всех 457 государственных органах количество госслужащих составляет 4818, из них 3972 будут проходить аттестацию. В регионе действует 351 местный исполнительный орган. Из 2314 госслужащих в местных исполнительных органах 1763 будут проходить аттестацию. Комплексная аттестация будет состоять из 4 этапов. Это первый этап, это составление оценочного листа на каждого государственного служащего, аттестуемого сотрудника. Второй этап – это тестирование по единой рамке компетенций административных госслужащих корпуса Б. Это компьютерные тесты, тестовые программы для оценки компетенций и определения уровня приверженности ценностям государственной службы. Данный этап является одним из отличий настоящей аттестации от прошлых лет. То есть аттестация не будет включать в себе процесс тестирования на знание законодательства. Третий этап – это собеседование, проводимое аттестационной комиссией. Собеседование будет проведено последовательнее в 3 уровня в зависимости от категории занимаемых должностей. Высшая аттестационная комиссия – это при администрации президента. Аттестация будет проходить руководителей областных и территориальных подразделений центральных органов и их ведомств, руководитель областных управлений, а также иные служащие корпуса Б, относимые к ним по уровню.